Всем здравствуйте! Диана Гурцкая в конце мая этого года переживала неописуемое горе. Внезапно покинул мир ее муж Петр Кучеренко. У заместителя министра образования и науки разорвалась аорта прямо во время перелета с Кубы в Москву. Чиновник ездил на Остров Свободы в рабочую поездку и уже там чувствовал себя неважно, а на обратном пути случилась трагедия. Певица с трудом перенесла это известие, они с супругом были очень близки. Говорят, на прощании с Кучеренко, когда артистку подвели к усопшему, она лишь повторяла: «Петя, Петя, как же так?». Оставшись одна, Гурцкая начала вести затворнический образ жизни и избегать публичности. В настоящее время она отказывается от интервью и участия в различных шоу, почти не выходит на сцену, предпочитая проводить дни дома. Однако певица сделала исключение для фестиваля «Белая трость», открытие которого приурочили к Международному дню белой трости, символизирующей незрячего человека. Это мероприятие организует фонд артистки «По зову сердца», помогающий слепым и слабовидящим детям, поэтому Диана лично поднялась на сцену при поддержке 16-летнего сына, чтобы приветствовать собравшихся и исполнить несколько песен. Но выступление у Гурцкая получилось столь трагичное и печальное, что все в зале плакали. Певица, облаченная во все черное, призналась, что хранит память о Кучеренко в своем сердце, и лишь это дает ей силы жить дальше. «Сегодня все песни о любви и радости я буду посвящать моему мужу. Он всегда живет в моем сердце и будет жить. Именно это не дает мне сломаться и впасть в уныние. Ему было бы это не по нраву. Сказал бы: живи, родная, живи и пой. Я и живу, и пою ради тебя, родной», — заявила Гурцкая дрожащим голосом. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.